56-летний Брэд Питт, Брэд Питт, и 50-летняя Дженнифер Энистон, Дженнифер Энистон, снова находятся в центре внимания. Сразу несколько источников сообщило, что у голливудских актеров снова завязываются романтические отношения. Супруги расстались 15 лет назад. На недавней церемонии SAG Awards они впервые публично встретились после развода. Этот момент облетел весь мир. Оказалось, что до общения на мероприятии кинозвезды успели сходить на несколько тайных свиданий. Бывший муж Анджелины Джоли провел Рождество в особняке Дженнифер. Не думаю, что она переставала его любить, даже несмотря на то, что Питт разбил ей сердце, бросив ради Энджи. Цитирует The Mirror слова инсайдера, приближенного к Энистон. Источник отметил, что голливудской актрисе понадобилось много времени, чтобы простить бывшего мужа, но ей это удалось. Друг Брэда Питта заявил, что они возобновили отношения. Они снова в романтических отношениях, и я не видел никого из них настолько счастливыми все эти годы, утверждает мужчина. Мы собрали секреты молодости Дженнифер Энистон. Актриса нежно обняла Брэда Питта после его выкрика. Анджелину Джоли обидела публичная шутка бывшего мужа об их неудавшемся браке.